kalbėjom apie asmenybių tipus, o dabar kalbėsim apie žmogaus temperamentus. Извините. Вначале я дам определение, что такое темперамент. Iš pradžių pasakysiu, kas yra temperamentas. Apibrėžimas. Извините. Temperament это динамика поведения при различных обстоятельствах, в различных ситуациях. Это динамика поведения человека. Tai temperamentas tai yra žmogaus elgesio dinamika įvairiausiose situacijose ir aplinkybėse. Ну, а поведение это действие человека. Какие он проявляет действия в различных ситуациях? Ну, elgesys tai aišku žmogaus veiksmai, kaip jisai veikia įvairiose situacijose. И вот здесь сразу же хотелось подчеркнуть. Темперамент это свойство личности, врождённое, как и тип интеллекта или тип личности. Temperamentas kaip ir asmenybės tipas yra įgimtas. Temperament изменить в течение жизни невозможно. Он такой, с каким человек родился. Pakeisti temperamentą gyvenimo bėgyje neįmanoma, jis išliks toks, kokį jis turėjo gimdamas. С какой целью нам тогда нужно знать о темпераменте? Цель такова, что, и я это повторю еще в конце нашей беседы, темперамент человек изменить не может, но владеть своим поведением человек может. Для того, чтобы человека научить владеть собой, владеть своим поведением. Koks tikslas mums sužinoti, koks yra tas temperamentas, jeigu jo pakeisti neįmanoma? Pakeisti neįmanoma, tačiau išmokint žmogų valdyti savo elgesį galima. Вот иногда люди говорят, вот я такой, какой я есть. Другим я быть не могу, не буду, принимайте меня таким, какой он есть. Kartais žmogus sako, aš toks, koks esu, kitoks aš būti negaliu ir priimkit mane tokį, koks aš esu. Это неправильное утверждение, потому что темперамент не изменен, но поведение человек изменить может. Он может поменять себя, свою манеру взаимоотношений с другими людьми. Tai neteisingas teiginys. Temperamento pakeisti negalim, tačiau elgesį žmogus pajėgus valdyti. Jis gali pats apsispręsti, kaip jis elgsis vienoje ar kitoje situacijoje. Поэтому, если человек проявляет равнодушие к другим людям, или он непомерно резок, визжит, кричит, топает ногами, бьет посуду. Сказать, что вот я такой, я таким родился, он не имеет права. Темперамент его с ним. Но еще раз подчеркну, поведением своим он должен владеть. Todėl, jeigu žmogus elgesi netinkamai, jisai reiškia savo emocijas, trypia kojom, šaukia ir panašiai, ir sako, kad jis toks, koks yra, koks gimė, jis sako neteisingai. Elgesį mes keist galim. Известны четыре типа темперамента человека. Это не значит, какой-то темперамент лучше, какой-то хуже. Какой-то человек лучше, потому что у него такой темперамент, а какой-то хуже, у него другой темперамент. Этого сказать нельзя. Это четыре вида темперамента. Yra keturios temperamento rūšys ir negalima sakyti, kad viena yra kažko geresnė ar kita blogesnė. Jos yra tokios, kokios yra. Итак, мы начнем разбирать темпераменты людей с такого темперамента, который носит название холерик. Человек-холерик. Pirma rūšys temperamento tai cholerikas. Происходит от греческого слова холе, желчь. Или есть такое выражение «желчный человек», вот особенно в старых книгах «желчный», то есть холерического плана. Холерикас – жодис килес из грейку колбос, курис грейку колбой рейшке «тульжис», то есть «тульжинга жмогус», на «пиктас» галбут синонимас. Любой темперамент имеет свои положительные и отрицательные черты. Итак, мы с вами их и будем разбирать. Kiekvienas temperamentas turi savo teigiamas ir neigiamas pusės, ir kiekvieną mes jų išnagrinėsim. Какие положительные черты холерика мы с вами можем отметить? Kokie teigiami choleriko bruožai? Это неравнодушные люди, люди, которые переживают, болеют за свое дело.
tai neabejingi žmonės, kurie labai serga už savo veiklą, už savo reikalą. Это не молчуны, которые будут отмалчиваться, на все кивать головой, со всем соглашаться и голосовать за все за. Tai neabejingi žmonės, tai neabejingi tyleniai, kurie su viskuo sutiks ir visada pakels, visada bus už ir visada nutylės. Это люди активные по жизни, стремятся хорошо овладеть тем делом, которым они занимаются. Tai aktyvų žmonės ir stengiasi gerai atlikti tą darbą, kuriuo jie užsiima. И такой же активности и энергии они как бы так требуют или хотят видеть в других людях. Они, это холерики, очень энергичные люди. Ir iš kitų jie taip pat reikalauja tokio pat aktyvumo ir tokios pačios energijos. Какие отрицательные черты имеет холерик? Kokios yra neigiamos cholerikų savybės? Это люди часто невыдержанные, люди, которые не умеют, а правильнее, наверное, сказать, далеко не всегда хотят владеть собой, своим поведением. Tai nesusivaldantys žmonės, jie dažniausiai nemoka savęs valdyti ir nenori savęs valdyti. Tai. Это люди, которые не признают других мнений. Вот только мнение, ну, холерика, других мнений нет. Jie dažniausiai nepriima kitų žmonių nuomonės, tai yra mano, choleriko nuomonė, kitų nuomonių nėra. Эти люди, когда чем-либо недовольны, они могут впадать просто в состояние гнева, ярости. Kai jie kažko nepatenkinti, jie gali tiesiog įsiusti, tai yra, nu, įsiūti, patekti į tokią būseną įsiūčio. Они могут кричать, бить посуду, бросать предметы на пол. При этом они краснеют, не слышат других людей, не слышат никого и ничего. Jie gali trypti kojom, gali daužyti indus, jie šaukia, prausta, negirdi kitų žmonių. Ну, как говорят воспоминания, вот о Хрущеве, все знают о Хрущеве, да? Хрущев говорил так, и, видимо, по натуре, видимо, это был типичный холерик, судя по всему. Он говорил: есть одно мнение мое, любое другое мнение глупое. Jūs žinot gerai, turbūt viena iš Tarybų sąjungos vadovų, Chruščiova, tai buvo tipiškas cholerikas, jis sakydavo, yra mano nuomonė, kitų nėra. Вот это типичная позиция жизненная холерика. Мнение только его. Tai типишка холерико gyvenimo позиция. Как научить ребенка холерика? Ребенок, еще раз подчеркну, он холериком уже родился, он другим не будет. Мы знаем апостола Петра, да? Это был типичный холерик. Видимо, апостол Иоанн и Иаков тоже, наверное, были холерики, если их Христос назвал Ваанергес, сыны Громовы, да? Хочешь ли мы огонь сведем с неба, да? Но, судя вот по Евангелию и по посланиям апостола Иоанна, ну, невозможно сказать, что пишет холерик, да? Пишет человек, просто дышащий, исполненный любви, доброжелательностью к тем, кто его будет читать, кто его будет слушать. То есть можно научиться владеть своим поведением. И вот маленького ребенка, холерика, нужно учить владеть своим поведением. Я много говорю, извините. Таги, ар галима холерика, вайка холерика ишмокен, присиминант висада, кад ис токс гиме? Ну, павиджи, апаштолас Паулюс, типишкас холерикас. Taip pat greičiausiai ir broliai Jonas ir Jokūbas buvo cholerikai, kaip, kadangi juos Jėzus pavadino griaustinio sūnus. Bet kada skaitom apaštalo Jono Evangeliją, nepanašu, kad tai rašė cholerikas. Dėl to, ar įmanoma vaiką išmokinti? Нужно ребенка научить уважать других людей и их мнение. Reikia mokinti vaiką gerbti kitų nuomonę. Объяснять и своим примером собственным объяснять, что мнение других людей тоже важно, что другие люди имеют право на свое мнение и на несогласие.
Reikia juos mokinti ir labai svarbu pabrėžti savo pavyzdžių mokinti, kad ir kitų žmonių nuomonė gali būti labai svarbi. И научить держать себя в руках, сдерживать себя. Вот это именно и отличает воспитанного человека от невоспитанного. Ir mokinti juos valdyti save, laikyti save na, rankose, tai būtent ir išskiria išauklėtą žmogų, nu, ne išauklėtą. Bet vat воспитание, и хочется на этом сделать акцент, оно приобретается не с дипломами, не с образованием. Оно либо у человека есть, либо нет. Человек может иметь много дипломов и быть абсолютно невоспитанным. Человек может быть совершенно необразованным и быть глубоко интеллигентным, тактичным, воспитанным. Išsiauklėjimas, jis neturi nieko bendro su išsilavinimu, тай неįgyjama kažkokiu тай диплому. Gali būti išsilavinę žmogus, tačiau visiškai neišauklėtas. Ir gali būti atvirkščiai, neturintis jokių išsilavinimo, tačiau giliai labai pagabus išauklėtas žmogus. Второй вид темперамента, который мы с вами рассмотрим, меланхолик. Antras temperamento tipas tai yra melancholikas. От греческого слова меланхолия, черная желчь. Черная? Желчь. Iš graikiško žodžio juoda tulžis. To žodžio reikšmė. Вот часто меланхоликов представляют такими ну, как бы размытыми, что ли, по жизни слезливыми людьми, склонными к тому, чтобы поплакать и по поводу, и без повода. Но это не совсем правильное представление. Меланхоликус dažnai įsivaizduoja tokiais, ну, galbūt linkusiais paverkti visur gyvenime, būtent verkiančiais žmonėmis. Tačiau iš tikrųjų tai nėra teisinga nuomonė. Вот какие положительные черты меланхолика? Kokius меланхоликас turi teigiamus bruožus? Меланхолики – самые лучшие друзья. Меланхолика yra patys geriausi draugai. Люди холерического плана или сангвиники, мы дальше будем об этом говорить, очень любят говорить о себе и не любят слушать. Ir cholerikai, ir toliau kalbėsim dar apie sangvinikus, jie labai mėgsta daug kalbėti apie save. А меланхолик любит слушать другого человека. Он сопереживает ему, он может слушать, переживая и пытаясь найти способ, как помочь человеку. O меланхоликас moka įsijausti, jis moka ir mėgsta klausyti kitus ir įsijausti. И вот часто же бывает так, что многие проблемы у людей, иногда многие беды от того, что человека некому выслушать, никому не нужны его проблемы. И если человек выговорился, поговорил, ему уже стало на 2/3 легче, чем было. Labai dažnai žmonės turi problemų vien dėl to, kad jų tiesiog niekas neišklauso. Ir jeigu yra tik galimybė, kad kažkas jį išklauso, jam iš karto pasidaro lengviau. И вот именно меланхолик и способен выслушать, этим облегчив, ну, тяжелую, быть может, ношу другого человека. Būtent меланхоликас turi tokią savybę išklausyti ir tokiu būdu palengvinti žmogaus būklę. Меланхолики очень творческие, очень креативные люди. Меланхоликай labai kūrybingi žmonės. Это люди, которые любое дело доводят до конца. Tai žmonės, kurie bet kokį reikalą išbaigia. И если для холерика главное выполнение дела – это скорость, главное – быстро. Jeigu холерикой svarbiausiai greitai, то для меланхолика важно качество. Он не просто сделает порученное ему дело, а он еще внесет какое-то творчество. Он постарается сделать это интересным. Он сделает больше, чем от него ожидают. Меланхоликас подарит этот дарбо тобулей, идедамас кашка иш савяс, курибингой, иш байктай. Это, как правило, очень вдумчивый, как я уже сказала, я еще раз подчеркиваю,
прекрасные друзья меланхолики. Tai labai įsigilinantys, puikūs draugai. И это люди надежные в том смысле, что они полученную информацию не пойдут распространять, ну, как скажем так, среди других людей. Они оставят ее при себе, если кто-то им что-то доверил. Tai labai patikimi žmonės, jie niekada nevaikščios ir neišplepės, tai yra nepaskleis informacijos visiems. Меланхолик боится ранить другого человека. Nes меланхоликас bijo sužeisti kitą žmogų. Какие отрицательные черты меланхолика? Kokie neigiami меланхолико бруожи? Это люди очень чуткие, очень обидчивые. Tai žmonės labai jautrus ir labai užsigaunantis. Любая мелочь, какая-то вот неприятность, даже такая неприятность, через которую можно перешагнуть, можно не заметить. Меланхолик не сможет через нее перешагнуть. Он будет переживать, у него испортится настроение. Он может плакать, особенно если это женщина. Jeigu netgi kažkokia smulkmena atsitiks ir kažkokia tai, kažkoks nemalonus atvejis, melancholikas negalės tai peržengti, tai yra praleisti, jis... Плакать, если это женщина. Taip, jeigu tai moteris, netgi visada neapsieis be ašarų. И более того, если меланхолик женщина, вспоминать об этом событии, которое ее ранило, может быть, даже о каком-то, ну, пустяке на первый взгляд, она может несколько дней, и возвращаясь к этому, вот память, возвращаясь к этому, она может плакать, переживать и на протяжении нескольких дней. Забыла и опять вернулась, вспомнила, и опять тяжело, и опять сердце болит, как говорится, душа болит, ну, то есть чувство вот как бы на разрыв. Netgi dėl mažiausios smulkmenos tokia moteris gali verkti kelias dienas. Atrodo, lyg ir užmiršo, po to vėl prisiminė ir vėl į ašaras. Tai gali ilgai tęstis. При воспитании ребенка меланхолика его очень важно научить, опять же, владеть своим поведением. То есть... Auklėjant vaiką melancholiką galima išmokinti, tai yra mokinti jį valdyti savo elgesį. Научиться дифференцировать действительно сложное, тяжелое событие и отделять его от мелочи, на которую не надо обращать внимание. Išmokinti tikrai sudėtingus dalykus, tai yra sunkius kažkokius įvykius nuo kažkokių smulkmenų, mokinti juos atskirti. Это не очень просто сделать, но ребенка надо этому учить. Учить примером, учить примерами других людей. Научиться быть более стойким, не растрачивать свои эмоции на пустяки. Tai nėra lengva daryti, tačiau galima jiem pasakoti konkrečius pavyzdžius, parodyti ir išmokinti atskirti ir mokinti juos būti atsparesniais. И еще хочу подчеркнуть, что меланхолики настолько чувствительные, чуткие, чувствительные люди, что даже если кто-то вот не с ними говорит и смеется, и показалось меланхолику, смотрит на него, он будет уверен в том, что говорят о нем, говорят что-то обидное, неприятное, и он много дней будет под этим впечатлением. Хотя вообще не об этом, быть может, у людей шла речь. И вот ребенка надо научить. Не быть обидчивым, не обращать внимания на обиды, на мелочи, которые могут ранить, могут обижать. Ir melancholikai ant tiek jautrus, kad netgi jeigu išgirs šalia kalbant kažką tai ir juokiantis, jiem tai padaro gilų įspūdį ir jie dažnai galvoja, kad tai kalba apie juos, jie gali užsigauti ir ilgam pasilikti, net kelias dienas pasilikti veikiami va to įspūdžio. Ir mokint vaikus būtent nebūt tokiais užgauliais, neužsigaut, labai svarbu. Третий вид темперамента – флегматик. Trečias temperamento tipas – tai флегматикas. От греческого слова «флегма» – слизь. Nuo graikiško žodžio «флегма» – tai yra «глейвис». Какие отрицательные, вернее, какие положительные черты флегматика? Kokie флегматико teigiami бруожи? Флегматики очень обязательные люди. Они делают то, что они обещали.
Flegmatikai yra labai pareigingi žmonės, jie daro visada tai, ką pažadėjo. Они тщательно выполняют работу. Jie labai kruopščiai atlieka darbą. Но в отличие от меланхолика, который мы с вами говорили, к выполнению работы внесет какое-то творчество, он сделает больше, он постарается сделать это лучше, интереснее. Флегматик это сделает так, как ему сказали. Вот от и до, от А до Я. Вот он сделает так точно свою работу. Никакой творческой нотки он туда не внесет. Флегматикас, atlikdamas savo darbą, skiriasi šiek tiek nuo melancholiko tuo, kad jeigu melancholikas įneša kažką savo, kažką kūrybingo, kad būtų geriau, gražiau, flegmatikas atliks visą tai taip, kaip jam pasakyta, nuo A iki Z. Работники флегматики очень хорошие, на них можно положиться. Они выполнят то, что обещали. Darbuotojai, flegmatikai yra labai patikimi. Jie padarys viską, ką pažadėjo. Это люди спокойные, выдержанные, необидчивые. Tai ramus, susivaldantys žmonės, neužsigaunantys. Какие отрицательные черты флегматика? Kokie neigiami flegmatiko bruožai? Флегматики несколько сухие, несколько равнодушные люди. Флегматика шек тек саусоки и трупути обеинги жмонес. Если кому-то нужно, ну как говорится, излить душу, с кем-то поговорить, если это попался, что называется, вот как бы человек-меланхолик, это будет прекрасный выбор. Мы с вами об этом говорили. Если это будет флегматик, человек ничем не облегчит свое состояние. Флегматику будет просто неинтересно это слушать. Jeigu žmogus norės išsikalbėti, išlėti savo širdį, kaip sakoma, ir mes kalbėjom, kad melancholikas tam labai tinka ir iš gerai išklausys, flegmatikas nepalengvins to žmogaus savijautos. Флегматики не любят шуток и не понимают шуток. Они не понимают иронии. Флегматикой не супранта иронios ir joku. Для флегматика очень важно, чтобы все стояло на привычных своих местах. Например, бумага слева, ручка справа. Флегматикой labai svarbu, kad visi daiktai būtų savo vietose, pavyzdžiui, tušinukas dešinėj, popieris kairėj. Если это поменять местами, настроение флегматика будет испорчено. Протянул руку и на привычном месте нет бумаги, а вдруг ручка. Вот уже все. Jeigu jis įprastoje vietoje nesuras savo daiktų, jo nuotaika jau sugadinta. Флегматики не терпят изменения планов. Вот то, что запланировано, должно быть исполнено. Перемену планов – это для флегматика трагедия. Он не терпит изменения планов. Флегматикас nepakenčia planų kaitos. Jeigu kažkas pasikeitė, viskas bus blogai. Это люди очень упрямые. Они идут к намеченной цели четко, стойко, не обращая внимания на настроение, на желание других людей. Tai labai užsispyrę žmonės. Jie siekia savo tikslų labai užsispyrę. Jie eis savo, nekreipdami dėmesio į kitus žmonės. И четвертый вид темперамента – сангвиники. Сангвиник. Ir ketvirtas temperamento tipas – сангвиникai. От греческого слова «сангве» – кровь. Nuo greikiško žodžio «сангве» – kraujas. Положительные черты флегматика. Ой, извините, сангвиника. Teigiami сангвинико бруожai. К положительным чертам сангвиника относится то, что это очень коммуникабельные, не любящие унывать люди, с улыбкой радостные. Tai labai bendraujantis, komunikabilus žmonės, visada besišypsantis, besidžiaugiantis. Сангвиник очень быстро находит общий язык с людьми, быстро знакомится с людьми. Он очень просто себя чувствует среди незнакомых ему людей. Сангвиникas labai greitai susipažįsta su žmonėmis, užmezga su jais pokalbį. Jis labai normaliai, labai jaukiai jaučiasi tarp nepažįstamų žmonių. С удовольствием берется за работу и энергично старается ее выполнить. Su džiaugsmu užsiima kažkokiu darbu ir stengiasi energingai jį atlikti.
К отрицательным чертам сангвиника относятся следующие. Неигами сангвинико брожей. Сангвиник, как я уже сказала, с удовольствием берется за работу. Но тут надо поставить запятую и уточнить. Но пока ему это интересно. Когда он теряет интерес к выполняемой работе, он просто ее оставляет, бросает. Ему неинтересно, все. Сангвиникас удзиоксмокай смокой перминею мимоси дарбо, тачоу каблялес толкол ям идомо, ка ям не идомо из палека та дарбо. То есть, если что-то поручить сангвинику, нет никакой гарантии, что это будет исполнено, хотя он с удовольствием взялся за дело. Taigi, jeigu darbą patikėsim sangvinikui, nėra jokios garantijos, kad jis jį užbaigs. Иногда принято считать, что сангвиники – это люди, которые никогда не выходят из себя, они всегда радостны, но это не так. Yra tokia nuomonė, kad sangvinikai niekada nėra nesivaldantys, tai yra nepameta kontrolės, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Сангвиник очень даже умеет выходить из себя. Он может гневаться, может быть недоволен, может выражать свое недовольство. Есть нетги лабай гали прораст контроля, гали супикти, гали гарсей тай рейкшти. Он может повышать голос, но в отличие от холерика он никогда не будет бросать предметы на пол, визжать, топать ногами, кричать и так далее. Jis gali pakelti balsą, bet skirtingai nuo choleriko, jis netrips kojom, nereks, nemėtis daiktų. Вот, воспитывая ребенка сангвиника, надо научить его доводить работу до конца. Обещал – сделай, обещал – выполни. Auklėjant vaiką sangviniką, labai svarbu mokinti jį pabaigti darbą iki galo. Pradėjai, pabaig iki galo. Проблемой сангвиника является и то, что он одновременно с удовольствием берется за несколько дел. Сангвинико проблема дар ира та, как ес должны имаси келю дарбу карто. И понятно, что из каких-то этих дел ему вдруг разонравится, вдруг потеряет он к нему интерес. И на середине дороги он просто его оставит. Ir visiškai natūralu, kad kažkokiu momentu jam darbai kai kurie taps neįdomus ir jis gali juos palikti neužbaigęs. И вы знаете, вот чтобы отличить вид темперамента, иногда это можно сделать быстро, иногда нет. Вот как бы такой тест, что ли. Ну, может, не совсем он приятно будет звучать, но мне кажется, это просто будет показательно. Вот представим себе, в квартире, например, или где-то во дворе, например, производилась уборка. Kad būtent pasiūlysiu savotišką testą, kad atskirti vieną temperamentą nuo kito. Taigi, kieme vyksta, na, kiemo tvarkymas, valymas. И вот все убрали в квартире или во дворе, допустим. Но вот кучку мусора или кучу мусора убрать не успели. Смели к воротам во дворе или дома. Смели вот к двери, а убрать не успели. Taigi, viskas sutvarkė, tačiau krūva, nedidelė krūvelė šiukšlių liko ir, pavyzdžiui, prie vartų tą krūvelę paliko. Как поведут себя люди четырех темпераментов? Kaip elgsis, skirtingai elgsis tų keturių temperamentų žmonės? Холерик не войдя, холерики не входят, они влетают в дом, они энергичные, быстрые. И вот влетев в дом, попав в эту кучу мусора, негодованию не будет конца, он впадет в ярость. Он будет выяснять, кто виноват, он будет кричать, визжать, лицо покраснеет, но он очень быстро выдохнется, выйдет из себя, потому что вся энергия ушла вот на этот крик. Холерикас грижас намо, ес не тай, кат ейси намос, ес тесёк илекей намос, ес не мока ейт тесёк. Ир па нетича илипес и та шукшлю крува, есэй пулс, ес bus įtūžęs, jisai išlies visą savo pyktį, visą savo energiją, galų gale be jėgų susmoks, atsisės ir sėdės. Melancholik, popav в эту кучу мусора, он настолько будет расстроен, настолько будет поражен таким кошмаром, как это вот вдруг ногой попал или чуть не попал сюда, и как это вообще может быть, везде чисто, а тут грязно, настроение испортится тут же, женщина может заплакать. Об обеде, об ужине речь не пойдет, ничего не надо будет и неделю будет помнить эту кучу или кучку мусора.
melancholikas, įlipęs į tą šiukšlių krūvą, labai susikrims. Ir tai taip sugadins nuotaiką, kad jeigu moteris, tai ir verks, ir galbūt visą savaitę prisimins, kaip taip gali būti, kodėl taip įvyko, tai jie taip stipriai užgaus. Сангвиник, и это еще одна положительная черта сангвиника, он эту кучу или кучку мусора просто не заметит. Он перепрыгнет через нее, как будто ее и не было, и абсолютно не обратит на нее внимания. Это, кстати, положительная черта сангвиника, уметь на мелочи не обращать внимания, как бы их не замечать. Сангвиника скиртингой висишкой, ис нет не постебес тос кровост, гречался ис я першокс, ir neatkreipsi ją dėmesio. Tai yra nuostabus sangviniko teigiamas bruožas. Jis moka nekreipti dėmesio į smulkmenas. И только флегматик, вот войдя и увидев эту кучу или кучку мусора, он никак на это вообще не прореагирует. Он ничего не скажет, он не будет ни плакать, ни рыдать, ни морщиться, ни улыбаться. Он вообще на это никак не прореагирует, не будет выяснять, кто виноват. Он просто возьмет веник и уберет эту кучу, все. Ir tik flegmatikas niekaip nesureaguos į tai, nei supyks, nei nusteps, jis tiesiog paprasčiausiai paims įrankius, jis sušluos tas šiukšlės ir pašalins, išvalys. Вот это то, о чем я вам хотела сегодня кратко рассказать. Были большие темы, чтобы не утомлять ваше внимание. Если есть вопросы, пожалуйста.